Нурбек Рыспаулу месяц назад купил себе 4 сотки земли на территории Ленинского и Лукмытук, где сейчас строит свой долгожданный дом. Он приобрел его у некого Даира, который якобы работает в Айлукмыту, и пообещал сделать Нурбеку красную книгу. Однако закон он считает ненарушенным. Документ у него есть, правда, только постановление. Он мне пообещал, что до 2020 года сделает красную книгу, за которую я потом должен заплатить 11-12 тысяч сомов. Это место, по сути, считается частным, и мне Даир сказал, чтобы я начинал стройку. На данный момент решение у меня на руках. Я думаю, что здесь все законно. Решение слышал, частный давайте, ладно, меники давайте, ладно. К слову, продавец земли Даирбек Маминов сам приобрел землю, когда она была дешевле, и все обещания, которые он дал, по сути, должен выполнить предыдущий хозяин. Мага расписка менелли, карандай расписка менелли берген. Анысын сұраған месімін түшіндіру айтқан ұшында-ұшындай. Кеткен құдай бұйырса бүтет дегенде мына кел арзан кезінде сатып қой, мына бұл жақ жігітке де саттым. В нашу редакцию обратились представители общественного объединения «Антикоррупционный народный контроль». По их словам, продажа земель местных жителей незаконна, а постройка недвижимости на посевной части земли является неправильной. По данному факту объединение не раз обращалось в инстанции и даже писали письмо президенту. Однако результата нет, признается Камиль Умаров. Наша основная миссия, мы предупреждаем, потом выявляем. А потом вот это выявленное расследование следуем, потом передаем правоохранительным органам. Мы это сделали, много раз сделали, у меня очень много документов. И никак результат это. Все прикрываются прокуратурой, областной, генеральной прокуратурой, милицией. Уж они не работают. По данному вопросу мы обратились в Ленинский Айлукмыту, который должен курировать эти земли. Однако вопрос был сразу исчерпан. Данные земли находятся в частном владении, и их контролировать они не имеют права, рассказали в администрации. Насчет строительства на пашне, значит, это частные доли. Ни государственные, там, ни наши земли. Это земли частников, долевые земли. Возможно, кто-то там что-то делает, но я не в курсе этого. По самозахватам мы реагируем своевременно. Стоит отметить, на посевной земле и вправду нельзя что-либо строить. Однако за это, скорее всего, должна отвечать госэкотехинспекция. Но вот неподалеку от этих полей расположена новостройка Акбата, которая полностью построена незаконно. В Ленинском Айлукмыту рассказали, что на сегодняшний день данная новостройка на стадии передачи в столицу. Дастан Гасканов, Алтынбек Сакиев, Нью-ТВ.